Всем привет! Оклейка. Просили, показываю. У нас будет покраска двух бортов пока что без крыши. Но заклеиваем сразу все так, как и покраска с крыши, потому что я потом отдельно заверну борта и крышу прокрасим. Так, колеса снял, чтобы хорошо прокрасить кант арки. Потому что с такими тапками, которые тут стояли, туда не залезешь. Показываю, что нужно будет для работы. И приступаем. Обезжирка обычная. Много салфеток пока что бумажных. Это первичная обезжирка. Ну и как таковая под заклейку. Пленка маскировочная в мотке. Ну, если нету мотке, хотя бы автомобильная маскировочная в пакетах. Перчатки для обезжиривания. Маленький моток бумаги. Большой моток бумаги. Липкая салфетка на всякий случай пригодится. Руки должны быть чистыми, с мылом помытыми хотя бы, потому что обезжирить, допустим, можно в перчатках, но вот заклеиваться уже в перчатках не получится, работа со скотчем. А, ну и скотч, да. Скотч нужен широкий, узкий. Сейчас принесу. Начинается все дело с обезжиривания. Обезжиривание всей поверхности и потом уже конкретно всех кантиков, арочек, куда клеится скотч, вот тут с обратной стороны, везде, тут все, это все должно быть обжижирено, чтобы хорошо туда у нас взялся скотч. Потому что если мы где-то прогавкаем момент, воздух обязательно выдует. Мало того, что надует в салон, ну тут благо его нет, хотя торпеда. Мало того, что надует в салон, так еще оттуда налетит мусора. Поэтому обезжиривать будем все очень тщательно. Заклеиваться будут все отверстия, чтобы в салон прямых сквозных отверстий ни в коем случае не осталось. То есть максимум, что может остаться, это вот эти отверстия, которые ведут в скрытые полости проемов дверных. Все остальное должно быть изолировано, потому что оттуда, мало того, что оттуда мусор летит, мы еще и салон загаживаем. Надеваем перчатки, будем обезжиривать. Какую обезжирку использовать? Обычную, желательно долгого испарения, ну в этом случае, потому что у нас задача налить, и пока мы будем ходить, обезжиривать, вытирать, размазывать, чтобы она у нас работала. Это первичное, то есть оно не последнее. Я спокойно этой обезжиркой проливаю. Ну, только не так, чтобы аж потеки шли. Ну, промочить, смочить всю поверхность. И с долгим высыханием, испарением, обезжирка у нас остается работать. С быстрым испарением у нас бы там уже, даже где не терли, уже бы все испарялось. Бумажными салфетками мы собираем пыль, которая у нас осталась после продувки, перед тем, как заезжать в камеру. Обязательно все лучше продуть на улице, ну, вне камеры. Потому что в помещении, в котором красите, гонять пыль, грязь как-то не камильфо. Все равно тут еще раз придется продувать. Но уже перед самой покраской. А не так, что тут нагнать пылюки, потом ее как-то осаживать. Ладно, когда это камера и есть фильтра в полу. Там оно хоть задержится. Но когда это просто гараж, лучше выгнать на улицу. И там это все дело попрогонять. Оклейка будет очень долгой. В основном оклейка занимает, ну, когда кузов красишь, по времени раза в два дольше, чем сама покраска. И это нормально. Потому что если оклеиваться так, что там кинули, тут прилепили, оно также и покрашено будет. Там насрано, там загажено, туда надули, покрасили, что надо, не покрасили. Пленка оторвалась, а с пленки оторвалась базовая краска, прилипла на лак, и все. Беда, печаль. Все это проходили, все это знаем, поэтому реально оклейка — это один из таких немаловажных процессов, на который стоит потратить и материал, и время. Пыли очень много, хотя я все перед тем, как сюда заезжать, продувал и липкой салфеткой проходил, протирал. И тем не менее, вон, салфеточки нифига не чистые. Можно в тех местах, где, допустим, нам не нужно, точнее, не имеем гладкой поверхности, вот
подкрылок, да? Смочить просто саму салфетку и там лазить, протирать. Там у нас всегда остается какая-либо грязь. Хоть я тут уже и обезжиривал, и мыл, и перед грунтованием тут лазил, заклеивался. Все равно салфетка грязная. А мне туда клеить скотч. О, песок там. Итак, после обезжиривания приступаем потихоньку к клейке проема. Проемы, как правило, затягиваются пленкой. Но натягивать надо алё барабан. Сейчас покажу, как я это делаю. Только пленкой. Бумагой будут складки, и бумагу придется дольше скомкивать, сжикивать. Если пленку натянуть хорошо, как барабан, то с нее ничего не отшелушится в процессе покраски. Если натянуть абы как, то с нее, если будут телепания какие-либо, я вот тут вот краешек буквально не смог торпеду обойти, у меня тут складочка. И то ее надо протянуть скотчем, а в идеале еще вот так вот сделать скотчем кресты, чтобы не было никаких телепаний. Тут пленка хорошо натянулась, поэтому кресты не нужны. Беру узкий скотч, широкий тут не нужен, потому что на широкий потом неудобно лепить ленту. И по внутреннему конту процентов 30-40 наклеиваю на кантик, процентов 60-70 выпускаю наружу. Прежде чем залазить, как бы клеить туда, убедитесь, что вы завернули все отверстия, которые есть внутри, ну, позапихали их бумагой, скотчем, пленкой, чем-нибудь, чтобы оттуда и туда ничего не попадало. Вот по времени я смотрю, прошло уже 40 минут с момента... О, видели, сколько мусора? С момента, как я начал, ну, зашел сюда, там, снял колеса, начал обезжириваться. 40 минут. У меня вся покраска займет вместе с сушкой водной базы, ну, порядка 2 часов. Если вот, к примеру, сказать, что все готово, заходи, обезжирюйся и крась. Вот и получается, когда говорят, блин, что там покрасить? Там же ж несложно. Несложно покрасить снятый капот, который не надо заклеивать. Вот это несложно. А во всем остальном надо позаниматься в плане оклейки. Скотч должен быть довольно-таки качественным, чтобы пленка не оторвала его, потому что пленка, когда натягивается, ну, ее натягиваешь, приклеиваешь, она на скотч дает хорошую нагрузку. Тут лучше на скотче не экономить, в принципе. Я пользовался, пользуюсь и, наверное, долгое время еще буду пользоваться тремовским скотчем. Он не из дешевых, но, кстати, и не самый дорогой. Есть скотчи гораздо подороже, но меня он полностью устраивает по своим липким свойствам, характеристикам. Это самый простой тремовский скотч. У трема есть более блатные скотчи. Кстати, надо будет купить на пробы скотчи, которые рассчитаны под водную базу. Потому что этот скотч, допустим, его размачиваешь обезжиркой спиртовой, и он такой... Поплыл, пока не высохнет. Это самая распространенная, самая ходовая модель скотча. Вроде все обтер. Обдувал 30 раз. А все равно мусора валяется на кантике порога очень много. Еще раз скажу, широким скотчем тут клеить, ну, такой себе вариант. Он будет чуть-чуть мешать в процессе натяжки пленки. То есть за широкий скотч пленки будет легче зацепиться, потому что он сюда вот так выступать будет. Именно поэтому узкий скотч. Ну, это 25 миллиметров. Стандарт малярки в нашей. Сразу заклеиваем форточку. Так удобней. А стекла сразу клеить скотч на них не стоит.
Опять же, по причине, что начнем натягивать окна, у нас за те части будет цепляться пленка. Это неудобно. Заклеили дверные проемы или окна сначала, потом дверные проемы. Так удобнее. Уголки хорошо между собой склеиваем. Уголки самые такие нагруженные части, в них чаще всего отрывает. Как правило, с купешек ширины пленки хватает на два прохода. Эх, тут главное не это, не спутать. У пленки есть лицо и есть спина. Не спутать морду с жопой, как говорится. Начинаем с любого из углов. Просто приклеиваю пальцем. Оставлять всегда надо хвостик чуть-чуть, чтобы в стык клеить не вариант. Потом ухожу на диагональ от этого угла. Хорошенько натягиваем так, чтобы аж струна пошла. Приклеиваю этот угол. Что я говорю, углы надо хорошо проклеивать. Далее отрываем все, что у нас прихватилось. Уходим на верхний или нижний угол, неважно. Подклеиваем его. Процедура, она примерно одинаковая. Можно сразу проходить вверх, но я так. По уголкам. То есть растянуть все углы, потом уже будем проходить сами плоскости. И если там не обезжиренный или хреновый скотч, он сразу делает пум и оторвется. Короче, делаем барабан. Где не нравится, отрываем и перетягиваем. Можно даже тянуть так, что кое-где пленка подорвется. Ничего страшного, она не распускается. Ее можно будет подклеить скотчем аккуратненько. Неизбежно где-то получится маленькая складочка на уголочке, ничего страшного. Все равно потом проклеим скотчем, если что. Смысл тот же. Диагональным, хоть он и маленький, но натянуть надо хорошо. Тут диагональным. Оп, оп. Подклеим скотчем. Теперь лезвие. Давайте покажу интересный момент. Когда мы натягиваем пленку, скотч у нас уходит, как бы стремится, ну, потому что пузо вовнутрь всегда, в принципе, уходит, даже уже гулей. И скотч стремится как бы отойти, и можно будет хорошо прокрасить вот этот торец в том числе. Задача тут обрезать вот таким макаром. То есть, ну, двумя руками это надо делать, в натяжечку проходить так, чтобы после обрезания у нас пленка не касалась вот этого вот конта. Тут надо быть осторожным, скотч в натянутом состоянии очень легко режется. Оклейка завершена.
Багажник натянул, потому что его тут в барабан не натянуть. Плоскость не позволяет линии. Юбку заклеил так, чтобы хорошо торец прокрасить. Арки завернутые под самые не могу, чтобы я мог хорошо вот этот кант прокрасить. Здесь окрашивается все. Ну, резинка хоть и закрывает наружку, но лучше напихать туда много-много-много бумаги. Хорошо все продуть. Так будет лучше. Тут тоже все, юбочка. Торцы, капот, колеса. В общем, хорошая клейка — это залог чистой покраски на, ну, скажем так, на 80%. 10% это помещение, и 10% это как себя почистишь перед тем, как заходить красить. Все. Теперь порядок действий. Еще раз обдуваюсь. Обезжиривание. И еще раз обдувание с липкой салфеткой проходом. И потом только покраска. В принципе, ничего сложного. По времени начал 8:30. Сейчас 10, почти 30. Ну вот, грубо говоря, 2 часа заклейка только кузова. И это еще не обезжиренный, не продутый нормально. То есть мы только клеились 2 часа с первичным обезжириванием. Крышу закрыл пока что бумагой. Потом она будет открываться, краситься отдельно. Там пленка. Лучше пленка, либо же салфетки чистые, потому что они там внутри пухнут, мягенькие, открываются. Бумагу, когда напихиваешь, она комкается жесткая, и там внутри не раскрывается, поэтому такие в проемчике куда-то, в дырочке лучше пленку. Ну, только вот тут вот в этом случае лучше бумагу. Во всем остальном пленочка, салфеточка. Может, валики там поролоновые есть много. То есть напихать что-то, что мягкое и откроется. Все, оклейка. Самый нудный процесс. Покраска по времени будет длиться чуть меньше, чем оклейка. Посмотрим в дальнейшем на результат моих трудов в плане по чистоте. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока.